Hi, my friends. We continue our playlist. Итак, следующие глаголы. Справляться. Cope. Я смогу справиться с этими трудностями. Значит, помним, что мочь это can, а в будущем времени это will be able. Получается, я смогу. I'll be able to справиться, cope с этими трудностями, with these difficulties. I'll be able to cope with these difficulties. Если я сумею, тогда мы говорим I'll manage. Другая конструкция. I'll manage to cope with these difficulties. Можно по-другому сказать, что у меня получится, или я думаю, давайте по-другому скажем, я думаю, у тебя получится справиться с этими трудностями. То есть я думаю, I think, у тебя получится, то есть ты будешь успешен в этом. Вот получится эта фраза succeed. You'll succeed. You'll succeed. Но здесь, видите, форма in и глагол с инговой формой in coping. You'll succeed in coping with the... И далее по аналогии. With these difficulties. То есть три такие конструкции. Просто освежили в памяти. Ограничивать, лимитировать. Limit. Это ограничивало наши права. Это ограничивало. It limited наши права. Our rights. It limited our rights. И сразу вспоминаем синоним. Restrict. Restrict. Limit или restrict. Это restrict, это более формально. It limited our rights. Скрыться. Убежать. Escape. Escape. Преступники не сумели скрыться. Преступники. The criminals не сумели. Didn't manage. Скрыться. To escape. От полиции. From the police. The criminals didn't manage to escape from the police. Опять же, если не смогли, то видите, be able в прошедшем времени, это was или were able, значит, не смогли, weren't able. Weren't able to escape from the police. Если не получилось, тогда мы с вами скажем didn't succeed. Didn't succeed in и глагол стринговой формы. Didn't succeed in escaping from the police. То есть вот, пожалуйста, эта конструкция, но в прошедшем времени. Здесь в режиме интенсива, чтобы не затягивать. Если что-то не успеваете, делайте паузы. И так уже курс не коротенький получается. Благодарить. Thank. Я поблагодарил его за все. Я поблагодарил его. I thanked him за все. For everything. I thanked him for everything. Плавать. На лодке, на корабле. Sail. Например, он никогда не плавал на корабле. He's never sailed. Sailed. На корабле. On a ship. Или на лодке. On a boat. Итак, смотрите. Cope. I'll be able to cope with these difficulties. I'll manage to cope with these difficulties. I think you'll succeed in coping with these difficulties. Limit, restrict. It limited our rights. Escape. The criminals didn't manage or weren't able to escape from the police or didn't succeed in escaping from the police. Thank. I thanked him for everything. Sail. He's never sailed on a ship. He's never sailed on a boat. Покупать. Buy. Формы. Bought. Bought. Я только что купил новый компьютер. Я только что купил. I've just bought. Новый компьютер. A new computer. I've just bought
NU computer. Состоять. Это consist. Помню, что состоять из чего-то это consist of. Например, этот курс состоит из трех частей. Этот курс. This course состоит, consists из трех частей. Of three parts. This course consists of three parts. Или другими словами, имеется. Имеется это there are. Получается, there are три части, three parts в этом курсе. In this course. There are three parts in this course. Укусить, кусать, bite. Неправильный глагол. Формы bit, bitten. Bite, bit, bitten. Та собака укусила его. Та собака. That dog bit him. That dog bit him. Чинить. Есть глагол repair, а есть также синоним fix. Он починил ее велосипед. He fixed your велосипед, her bike. He fixed her bike. Или he repaired. То есть и так употребляется и repair, и fix. Жениться, выйти замуж. Marry. Он женился на ней в прошлом году. Он женился на ней. He married her в прошлом году, last year. He married her last year. Она вышла замуж за него 2 года назад. Она вышла замуж за него. She married him 2 года назад. 2 years ago. Значит, если просто выйти замуж или жениться, не указывая, то мы используем выражение get married. Например, он хочет жениться. Мы скажем he wants to get married. Она хочет выйти замуж. She wants to get married. Если просто мы указываем, значит, видите, за кого-то или на ком-то, соответственно, видите, то marry глагол, так get married. В этом разница. Итак, buy, bought, bought. I've just bought a new computer. Consist of. This course consists of three parts. There are three parts in this course. Bite, bit, bitten. That dog bit him. Fix. He fixed her bike. Marry. He married her last year. She married him 2 years ago. He wants to get married. She wants to get married. Вычитать. Subtract. Subtract. Он вычел 20 из 50. Он вычел. He subtracted 20 is from 50, from 50. He subtract 20 from 50. Воскликнуть. Exclaim. Exclaim. Я воскликнул. I exclaimed. I exclaimed. Оставлять. Уезжать, leave, формы left, left. Они еще не ушли из дома. Они еще не ушли из дома. They haven't left home yet. They haven't left home yet. Пробовать на вкус, taste. Ты можешь попробовать это прямо сейчас. Ты можешь попробовать это. You can taste it. Прямо сейчас. Right now. You can taste it right now. Лечить. Cure. Вопрос.
Возможно вылечить эту болезнь? Возможно. Is it possible вылечить, to cure эту болезнь, this disease? Еще по умолчанию используем disease. Disease это более серьезная болезнь, чем просто illness. Is it possible to cure this disease? Subtract. He subtracted 20 from 50. Exclaim. I exclaimed. Leave, left, left. They haven't left home yet. Taste. You can taste it right now. Cure. Is it possible to cure this disease? Испытывать. Experience. Я никогда не испытывал такого чувства. Я никогда не испытывал. I've never испытывал, experienced такого чувства. Such a feeling. I've never experienced such a feeling. Повторять. В смысле, освежать в памяти. Revise. Revise. Мне нужно будет повторить эти глаголы. Мне нужно будет. I'll need повторить. To revise. Значит, эти глаголы. These verbs. Мне нужно будет повторить этот плейлист. Revise this playlist. Переедать. Overeat. Overeat. Не переедай. Don't overeat. Don't overeat. Если ты хочешь быть здоровым. If you want to be healthy. If you want to be healthy. Overeat. Формы. Overeat. Overeaten. Можете добавить healthy, значит физически и духовно. Физически, physically и духовно. And spiritually. Don't overeat if you want to be healthy physically and spiritually. Далее. Тратить. Spend. Формы. Spend. Spent. Он сказал, что потратил свои последние деньги. Он сказал. He said that. Он потратил предпрошедшее время. He'd spend. He'd spent свои последние деньги. His last money. He said that he'd spent his last money. Появляться. Appear. Он появился вдруг. He appeared вдруг suddenly. He appeared suddenly. Experience. I've never experienced such a feeling. Revise. I'll need to revise these verbs. I'll need to revise this playlist. Overeat. Overeat, overeaten. Don't overeat if you want to be healthy. Physically and spiritually. Spend, spend, spent. He said that he spent his last money. Appear. He appeared suddenly. Украшать. Декорировать. Decorate. Кто будет украшать елку? Кто будет украшать елку? Who will decorate? Просто вообще ёлку. A Christmas tree. Who will decorate a Christmas tree? Замораживать. Замерзать. Freeze. Формы. Froze. Froze. Frozen. Freeze, froze, frozen. Итак, она уже заморозила эту еду. Она уже
She's already заморозила. Frozen. Это еду. This food. She's already frozen this food. Стимулировать. Stimulate. Это будет стимулировать наши продажи. Это будет. It'll stimulate наши продажи. Our sales. It'll stimulate our sales. Восхищаться. Admire. Восхищаться. Admire. Я всегда восхищался такими людьми. Я всегда восхищался. I've always admired таким людьми. Such people. I've always admired such people. Какими людьми ты восхищаешься больше всего? Какими людьми? What people? Или, может быть, не просто what people, а какого рода людьми? What kind of people ты восхищаешься? Do you admire больше всего? Most of all. What kind of people you admire most of all? Вот эти посложнения предложения. Я действительно восхищаюсь людьми, которые посвятили свою жизнь помощи другим людям. Значит, я действительно восхищаюсь людьми. Есть небольшой подводный камень. Есть I really admire people. То есть вообще людьми в целом people, которые. Вот вы скажете, которые. Значит, если говорим о людях, это who. Who, которые, who. То есть кто посвятил, who dedicated свою жизнь. Видите, множественное число, поэтому their life. Значит, помощи. Глагол с иной формой to helping other people. Или служение другим людям. To serving other people. То есть вообще на самом деле, которые мы обычно говорим which. Which или that. Но если мы говорим о людях, то это who, кто. Тоже важен такой моментик. Итак, смотрите, друзья мои, что мы имеем в итоге. Значит, decorate. Who will decorate a Christmas tree? Freeze. Froze, frozen. She's already frozen this food. Stimulate. It'll stimulate our sales. Admire. I've always admired such people. What kind of people do you admire most of all? I really admire people who dedicated their life to helping other people. Or, I really admire people who dedicated their life to serving other people. И может, people не повторять, можно просто добавить to serving others, то есть другим. My friends, thank you very much.